Товарищеский матч по мини-футболу между сборной командой преподавателей Казанского федерального и студентами Института управления экономики и финансов стал решающим событием спортивной весенней сессии. А все потому, что в волейбольном матче победу уже одержали студенты, а преподаватели взяли реванш в баскетбольном матче. Вообще, наверное, играть с преподавателями – это честь для, ну, как мне кажется. Поэтому я считаю, что обе команды сегодня были достойны победы. Во втором тайме я заметил хорошие моменты со стороны команды преподавателей. Они очень хорошо атаковали, у них был хороший прессинг, играли в защите хорошо. Матч закончился со счетом 1-1, и решающим моментом для всех стало пенальти. Здесь вырваться в победителя удалось команде преподавателей. Студенты, конечно, не ожидали такого исхода событий. Очень интересный матч был. Команда преподавателей показала отличную игру. Мы даже не ожидали, что будет такой сильный соперник. Это была завершающая игра спортивной весны, в которой многолетний опыт взял верх над юношеской энергией. Подобные встречи пройдут лишь в следующем учебном году. Поздравляю, безусловно говоря, весь наш университет, студентов, сотрудников и преподавателей столь знаменательными событиями, потому что это действительно событие. Событие, когда у людей есть хорошее настроение, событие, когда люди приходят и радуются тому, что мы одна большая семья. Анастасия Иванова, Владислав Михневский, Универньюз.